Быть или не быть велодорожка. Обладателей двухколесного друга в городе с каждым месяцем все больше, и МИАСу нужны специализированные дорожки, уверены жители. Министр спорта Челябинской области Леонид Одер готов поддержать идею строительства велодорожек. Еще летом прошлого года миасские велосипедисты провели масштабную акцию «Миасский байквей». Они хотели обратить внимание властей на то, что в городе необходимо построить велодорожки. Но дорожки так и не появились. Как мы уже сообщали, вчера МИАС посетил министр спорта Челябинской области Леонид Одер. Он откликнулся на просьбу жителей поддержать строительство велодорожек. Мы только поддержим. Может быть, там это будет и велодорожка, там беговая дорожка, там лыжурная трасса где-то в черте города. Ради бога, мы только поддерживаем руками за. Деньги небольшие относительно, по сравнению там с полками, катками и так далее. Отдача гораздо больше, я здесь поддерживаю. Мы готовы поддержать. Но должен быть хозяин. Миасские велосипедисты отмечают, что город нуждается хотя бы в двух велодорожках. Наиболее популярные маршруты – это Машгородок-городской пляж и Машгородок-автозавод. Любители активного отдыха надеются на то, что при поддержке области дорожки все-таки построят. Ввиду того, что Леонид Яковлевич услышал вчера, появилась надежда, что проблема десятков тысяч велосипедистов, жителей Миаса, также и гостей города велосипедистов, будет решена. Конечно, миасцы не надеются на то, что велодорожки сразу же начнут строить, но считают, что было бы очень хорошо, если бы строительство началось в следующем году.